Всем привет! У нас, как обычно, легкое в приготовлении, самое главное, вкусное блюдо. А это запеканка из яиц с брокколи и цветной капустой. Итак, поехали! Для приготовления нам понадобится яйца, 6 штук. Итак, разбили яйца, добавляем приправку универсальную. И начинаем все смешивать. После чего добавляем молоко. Один стакан. Затем берем муку. 1 столовая ложка. И в конце добавляем сыр. Так, все это дело перемешали. И отставляем. Берем нашу форму. Тут сразу кусочек масла. И масло натираем по форме. Форму смазали. Берем наши овощи. И выкладываем. Затем выливаем нашу смесь, опять же, в эту форму. И отправляем нашу запеканочку на минут 25 при 180 градусах в духовочку. Побежали! Прошло полчаса. И наша запеканочка готова. Осталось только пробовать. Это не только легко и вкусно приготовить, но очень полезно. Готовьте, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.